Всем приветик! Недавно я наткнулась на такую штуку, то ли на португальском, то ли на испанском ютубе. Не спрашивайте, почему португальский или испанский, я не знаю, ютуб сошел с ума. Но кто я такая, чтобы спорить с рекомендациями? Так вот, в этой штуке, с этой секунды, я старательно буду избегать слова «челлендж». Люди рисовали одно и то же за 30 секунд, 3 минуты и 30 минут. Я немножко поискала, и оказывается, у нас такое тоже есть. Только у нас популярнее 10 секунд, 1 минута и 10 минут. Я за 10 секунд ничего не успею, это я вам обещаю, поэтому я все под копирку содрала с того видоса, даже оформление листа. Назовем это адаптацией. Я буду рисовать Дору. У меня про нее скоро комикс выходит, и вам всем срочно нужно про нее узнать, потому что я ни о чем другом в ближайшие полгода говорить не собираюсь. Книжный интернет-магазин «Лабиринт» просит меня вам напомнить, что у них проходит конкурс с крутыми призами. Да, он все еще идет и будет идти до 2 сентября. Призы и подарки можно получать каждый день, каждую неделю и каждый месяц. Например, на этой неделе можно выиграть велосипед или iPhone с MacBook'ом. По-моему, самое время купить учебники к новому учебному году или подарки всем знакомым на все дни рождения заранее. Пожалуйста, не забудьте указать секретное слово «консервы в корзине», чтобы получить гарантированный подарок. Я не умею подмигивать. Окей, таймер на 30 секунд. Я почему-то ужасно волнуюсь. Вы, наверное, не представляете себе, насколько я от себя такого не ожидала. Я никогда в жизни по времени себя не ограничивала. И еще, как назло, я очень неудобно приклеила листок к столу. За 30 секунд я ничего не успеваю, и таймер застает меня врасплох. Теперь я ставлю таймер на 3 минуты. Хотите послушать, как мне страшно? Окей, ладно. Мне страшно. Почему мне страшно? Я делаю это всю жизнь, а у меня все руки трясутся. 3, 2, 1. Ограничение по времени давит так сильно, что все линии стали получаться кривыми. Я думала, что я мастер ровных линий. У меня просто чудовищно напряглась рука, и все стало получаться каким-то деревянным и в 100 раз медленнее. И это ужасно бесит. Я, например, совсем забыла про брови. Окей, я схватилась за растушевку. Это тяжелая артиллерия, растушевка спасает даже самые плохие скетчи. Но, по всей видимости, не в этот раз. Таймер на 30 минут. Я наконец-то решила никуда не торопиться и взяла бледный твердый карандаш, чтобы хорошенько прицелиться. По идее, это должно было помочь добиться твердых уверенных линий, но по факту это заставило меня только сильнее нервничать. Я не знаю, почему это так работает. Потом я взяла мягкий карандаш для лайна. Это мой самый любимый инструмент для контура. Но так получилось, что сначала он был слишком сильно заточен, поэтому я решила его затупить. Он обломился, это подкосило мой дух, мой сломленный дух передался моей руке, и в нее вселился дьявол. У вас когда-нибудь бывало такое, что от перенапряжения очень болят запястья? Это вроде профессиональное. Нормально у меня получилось сделать только пряди волос, каким-то чудом, несмотря на болтающийся в воздухе локоть. Из-за всего этого я растерялась до такой степени, что неправильно нарисовала блик. И мне пришлось взять ластик. Если я что-то стираю, то все, задница, это минус 50 к боевому духу. Но я не привыкла так просто сдаваться, поэтому я продолжила косячить. Плохая идея одну линию обводить несколько раз, я это всем говорю. Но я и эту умудряюсь несколько раз провернуть просто потому, что день у меня сегодня такой. Я возилась и тормозила как могла, и на это все у меня ушло всего 8 минут. Просто чтобы как-то растянуть резину, я снова берусь за растушевку и возюкаю ею там и сям. Больше лучше. У меня слишком много свободного времени.
Видите ли, просто из-за того, что я никогда не ограничивала себя по времени, я не знала, сколько у меня уходит на скетчи, и я, по всей видимости, недооценивала себя. Через 10 минут мне больше нечего растушевывать, и я беру брашпен. Времени осталось так много, что я не торопилась сначала его заправлять, а потом вовсе ушла отмывать руки, которые испачкала 2 раза. Когда все было готово, я приступила к контуру. Клянусь, давно у меня так руки не тряслись, я ж вся навалилась на стол. Самое главное в хорошем контуре – это расслабленная и уверенная рука. Но у меня сегодня такой нет. Совсем дикость для меня не иметь возможности повернуть лист бумаги, поэтому я пляшу вокруг него, как бешеная муха. Муха? И снова обвожу лайн 2 раза. Не делайте так, особенно трясущимися руками. Это никогда ни к чему хорошему не приводило. Сейчас я включу вам звук, который я издаю, когда у меня смазываются чернила. В конечном итоге мне не получилось растянуть последний рисунок на 30 минут. Просто стилистика не позволяет. Я еле-еле дотянула до 20. Но если говорить о результатах, больше всего мне нравится первый набросок за 30 секунд. Он легкий, ровный, правильный и просто классный. Короче говоря, даже если вы затратили много времени на свою работу, это совсем обязательно не значит, что она как-то сильно лучше, чем то, что вы сделали очень быстро. Такие дела. Привет, это снова я. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Конец — это то место, в котором я благодарю людей, которые поддерживают меня на Патреоне. Благодаря им сейчас выходит мой комикс. Подробнее про это я расскажу, наверное, в августе или когда все будет готово.